Сильный порывистый ветер со снегом вторые сутки бушует на территории региона. В результате на проезжей части, тротуарах и во дворах образовались переметы. Движение на отдельных участках дорог затруднено. Впрочем, сегодня уже во второй половине дня осадки прекратились, и коммунальщики смогли активизировать работу по уборке снега. Вечер понедельника показался водителю этой буханки бесконечным. До поселка Красный ему пришлось добираться более 4 часов. Примерно столько же времени на дорогу домой ушло у пассажиров вахтовки, среди которых была и наш корреспондент Александра Литкова. Вчера мы выехали из поселка Искатели в 6 вечера. Первый раз застряли в районе реки Тундровки. Там подъехал кран, нас выдернул, и было решено ехать дальше. Красное. В итоге застревали несколько раз по пути. Этот кран нас сопровождал, ехал впереди. И, в общем, было несколько остановок, где он нас доставал. Возле Красного он застрял сам. Домой мы приехали в Красное, получается, без 15:10 вечера. Сегодняшняя попытка нашей коллеги Александры и жителей поселка добраться в город, а для этого надо было преодолеть снежные переметы, не увенчалась успехом. Для буханки дорога оказалась просто непроходимой. Застревал и КамАЗ, пришедший на помощь. После 3-часовых усилий было принято решение возвращаться обратно в поселок. В свою очередь диспетчерской ДРСУ нам сообщили, что в 8 утра на уборку снега в сторону Красного выехали 2 единицы техники. Разговаривали с водителями, не так давно сказали, что уже дорогу заняло, то, что они чистили. С какой периодичностью производится уборка дороги? Каждый день. Каждый день? Каждый день. Да, каждый день. И первая смена, и вторая смена. Утро и вечер, ночь. Но вот в эту штормовую погоду не ходила техника, да? Почему ходила? У нас вчера ходила техника тоже. Из-за сильных переметов движение по автодороге Нарьян-Мар-Красное было открыто только для грузового полноприводного транспорта. Несмотря на погодные условия, аэропорт Нарьян-Мара сегодня возобновил воздушные пассажирские перевозки. Рейсы авиакомпании «Ютэйр» и «Смарт-Авиа» выполнены по расписанию. У «Руслайна» один отменен, другой выполнен с задержкой. Рейс «Пешес Напалма Вижи Смеси» выполнился. Улетел в 8:58, прибыл в 14:45. Рейс «Индиго» улетел в 13:17, пришел к нам в 15:25. Рейс 10:97 Каратай-Коварный-Камдар-Мари, 10:77 Усть-Кара был отменен, перенесен на завтра. И рейс 10:91 Харивер-Харута перенесен на 20-е. Уже во второй половине дня осадки прекратились, и коммунальщики активизировали работу по уборке снега. В целом жители окружной столицы к подобным ситуациям относятся с пониманием. В городе убирают снег на дорогах и что на территории? Да, по сравнению с другими регионами, получше убирают нас. Вот, мы же видим, каждый день чистят, но столько снега несет себе, такого не бывало. Кто виноват, что зима такая снежная? Да тут еще такие аномалии, то тепло, то холодно. Хорошо. Ну и так вот и дороги хорошо посыпают, и тротуарчики. Может, конечно, не везде успевай посыпать. Но река небольших у вас нет. Нет, нормально. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки погода должна нормализоваться. Ветер пойдет на спад и поменяет свое направление. Ирина Никишина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».